Здравствуйте, уважаемые виноградари, начинающие, а также опытные. В этом фильме я бы хотел вам показать топ-5 стабильных по годам сортов винограда, которые из года в год приносят стабильный урожай, несмотря на погоду. Во время цветения в этом году шли дожди. С конца апреля по начало августа ливни. И несмотря на это, гибрид АТОС очень хорошо опылилась. В этом году я оставил на ней по две гроздочки. Ягода имеет вес от 8 до 12 грамм. Здесь совершенно ничего не прорезалось. Ни одну ягоду я не прорезал здесь. Вот даже те ягоды, которые над землей висят, они не потрескались. На них попадает грязь после дождя. Им совершенно по барабану. Я бы сказал, это очень устойчивый сорт, который дает прекрасные результаты по годам. Никогда еще меня не подводил. Поспевает в конце июля. Имеет мясисто-сочную консистенцию ягоды и хорошую урожайность. Следующая гибридная форма, которую я хотел бы представить вашему вниманию, имеет название Каталония. Она имеет вот такую крупную ягоду от 10 до 13 грамм. Ультраранний срок созревания поспевает в конце июля. В этом году очень холодный год. Вот жара началась только в августе месяце. И срок созревания сдвинулся на 2 недели. У нее очень прекрасный вкус, фруктовый, насыщенный фруктовый вкус. Плотная мякоть. Очень урожайная и стабильная гибридная форма винограда. Каталония. Прошу любить и жаловать. Представляю вашему вниманию сорт Павловского Евгения Георгиевича «Подарок не святая». Он имеет вот такую округлую ягоду. Она по годам варьируется. Один год немножко овальная, другой год более как-то округлая. Но она имеет очень прекрасный вкус. Всегда стабильно опыляется по годам. Напомню, у нас в этом году во время опыления, во время цветения винограда шли дожди постоянно. Дожди. Несмотря на это, виноград очень хорошо опылился. Такие прекрасные кисти. Ягода очень приятного вкуса, мускатного. Всегда стабильная, хороший, крупный, урожайный. Кстати, устойчивый очень к болезням сорт винограда «Подарок не святая». Лист чистый, несмотря на то, что погода отвратительнейшая в этом году. Прошу любить и жаловать. Сорт «Подарок не святая». Представляю вашему вниманию еще одну красавицу. Это миланка Михаила Гречка, форма. С легким мускатным ароматом, очень приятным, плотная, вот такого красивого желтого цвета, очень урожайно. Такую не стыдно на рынок вынести и гостям положить на стол. Гибридная форма винограда «Миланка». Ну и завершает наш обзор нашей самой стабильной пятерки винограда. Сорт винограда «Преображение». Это стабильный сорт винограда, который выдает хорошие кисти. Вот такие тут, 1,5 кг. От 1 кг и до 3 кг грозди бывают. Стабилен по годам. Несмотря на то, что дожди были постоянные. Видите, все равно опылился хорошо.
ну, я не знаю, куда еще лучше, имеет розовую ягоду. Единственный у него недостаток бывает, вот гребненожка вот здесь вот переламывается. Ну вот видите, как здесь она уже натянута, и если сейчас не подвязать ее или сюда пенопласт не подложить, то она может вот в этом месте сломаться. Ну такое бывает не всегда. Чтобы этого избежать, надо либо под наклоном вот так лозы располагать, и тогда кисть как бы будет в сторону висеть и не сломается. Либо, вот, как я сказал, уже подвязывать, либо подлаживать пенопласт. Очень стабильный сорт винограда Преображение. Его надо иметь на каждом участке. Спасибо, друзья, за внимание. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.